Но разработчик писал, что она не исчезает. У нее нет телепорта. О, смотрите. Она не исчезает. Она тупо на мне. Всем море приветов, друзья и гости. Конечно же, моего канала. Всем бугагашечки. Сайкотян здесь. И Нептун тоже. И мы сегодня будем играть в обновленную версию уже 2.0.1. По многочисленным просьбам. Как вы знаете, у меня вообще с этой игрой сложилась довольно забавная ситуация. Дело в том, что я снимал эту игру еще до того, как это стало мейнстримом. То есть я снимал еще ее в ноябре. Закодировал видосик, я вон пруф даже скидывал в виде картинки. Что у меня видосик лежал почти полтора месяца, даже больше. Ну, у меня есть такое жизненное правило. То есть я записываю игры всегда с запасом. В основном это инди-ужастики, в том числе и вот эта игра. В общем, если игра не новая, не хайповая и не требует срочной публикации, то я ее просто где-нибудь там в папочке держу и публикую потом уже, когда нечего будет снимать. Ну или когда мне будет лень что-то снимать. Вот как-то так. И вот эта вся игра у меня лежала, а потом бах, и внезапно все начали в нее играть, она внезапно хайпанула. А я такой, черт, надо было раньше ее публиковать. В общем, такая вот история забавная. Но там была версия 1, по-моему, 1.9 версия, а здесь уже 2.0.1. Я уже вижу по заставке, что все значительно поменялось. Вон, лежит оторванная голова. Раньше в старой версии здесь был компьютер, а теперь здесь просто стол, да? Но наш герой, в общем-то, тот же. Ладно, погнали. Так, жесткий обычный нормал Яндеры. Хо-хо, давайте обычный, что ли? А с чем отличается нормал от обычного? О, те божечки, а чё это она уже какая-то другая? Ох ты, ёлки-палки. Какой зайка. Плейбойский зайка. С ножом, да? Обычный. Нормал. Яндеры это что? А, комиксон это еще не готов режим. Боже, я же испугался. И этот режим тоже пока еще не готов. Понятно, только нормал есть и обычный. Да блин, так это одно и то же. Ладно, будем играть на нормале. Думаю, что это не такая хардкорная сложность. В общем, разберемся. Интро, наверное, такой же. Доброе утро. Или я полагаю. Должна сказать, хорошее что-то там. Слушай, начало такое же. Только бэкграунд задний поменялся. Так, а это как-то можно пропустить? Ой, я могу посмотреть на нее в ее глаза. Посмотрите, какие они страшные и красные. Она просто тащится от того, что наблюдает за мной, пока я сплю, понимаете? Просто представьте, вы спите, а какая-то больная девка с ножом за вами наблюдает. И прям тащится от этого. И говорит, что ты сэмпай. Ладно. Она вроде как убежала, сейчас мы чувствительность поменяем. Так, это что? А, полка, окей. Так, ну тут, в отличие от той версии, в которую я играл, все поменялось. Возможно, даже школа поменялась. Ну что было мне нужно делать вообще по ходу игры? Мне нужно найти пароль, правильно? Код написан, по идее, на доске в одном из кабинетов. Нам нужно искать кабинеты и открывать. Их ключами, потом искать пароль. Ну, в общем, вы поняли, да? Так, ладно. Эти таблеточки, да? Хорошо, это мое здоровье. Рубильник в кладовке. Понятно. Это что? Этого не было. Цветочки. Может, она любит цветы? Может, ей цветы подарить? Эй, Сайкотян. Сайкотян. Заперты? Подожди, нужно, видимо, где-то ключи найти, да? Но они, очевидно, должны быть в столе где-то. Только он не открывается. А, во! Да. Ну да, школа поменялась. Черт подери. Карты-то нет нифига. Че, куда пойдем? В общем, я читал, ну, список обновлений. Здесь кучу всего добавил разработчик. У него, типа, есть два... Я тебе докажу, говорит, не надо. Я сам себе могу доказать. Я возьму себе ремень, отшлепаю себе. Я себе докажу. Она, короче, меняет свое состояние. Раньше такого не было. А раньше, ну, в старой версии...
Такого не было. А в новой версии, типа, у нее состояние Яндеры, это когда она добренькая. Здрасте. Вот она не добренькая, по-моему, да? Или добренькая? А! Твою мать! Больно! Тебе помочь? Вот, а она воодушевлена мной, видите? Вот у нее состояние хорошее. Она хочет меня полечить, спасибо большое. Вот тебе божечки, 25 здоровья вылечил. Спасибо тебе большое. Хочешь, я тебя прокачу на своих могучих плечах? Нет, не хочешь? Почему, говорит, ты меня покинул? Да я не покинул тебя, я не хотел. Так, свет здесь не включить, да никак? Компьютерный зал, друзья, нашел. Надо, короче, все эти... Тихо, тихо, тихо. Надо, короче, находить эти... Вообще, надо найти рубильник. Если уж на то пошло. Находим рубильник, включаем свет, и будет хоть немножко здесь поярче. Иногда в таких шкафчиках тоже есть ключи. А иногда там трупы. Так, это моя кровь, походу, делала, да? Блин, ты ее не поймешь, она шизанутая на всю бошку. Что это? Так, лимонный чай, фантастика. Можно, типа, выпить его? Наверное. Так, 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 где рубильник? Я эту карту вообще не знаю. Кладовка, кладовка, кладовка. Где эта гребаная кладовка? Б3, это не кладовка, очевидно. Может, это? Ты кладовка? Нет, это не кладовка. Так, ну кладовка раньше... О! Приветик. Ты же знаешь, я не причиню тебе вреда. То есть, пока я... Я очень люблю играть с тобой, мой маленький сэмпай. Прик-прик-прик-прик-прик. Что это было? Вроде как она меня задушила, да? Эй, эй, куда меня тащишь? Брось меня. В старой версии этого не было. О, у нее белые трусики были. Так, понятно. Вставай, чувак. Так, да, вот я об этом читал. Она иногда может утащить тебя в кабинет, запереть. И нужно найти ключик. Она его где-то спрятала, чтобы в итоге... Ну, чтобы ты мог тоже сбежать. Офигеть! Ну да. Игра явно шагнула вперед. А, вот он на полу. От Б2. Она меня вон караулит, смотрите. Все, не подходим к ней. Блин, она исчезла? Но разработчик писал, что она не исчезает. У нее нет телепорта. О, смотрите. Она не исчезает. Она тупо на мне. Она у меня на шее сидит. Кажется, что она исчезла. Она у меня... Она у меня на шее сидит. С ножом. Вот это да. Вот это фишка новая. Да, такого не было раньше. Однозначно. Где гребаный этот? Комната отдыха. Что, она опять на мне, да? Нет? Ножа вроде не наблюдаю, значит, она не здесь. Черт! Где кладовка? Где гребаная кладовка? Коридор А. Отсюда начал играть. Может быть, где-нибудь здесь? Спущусь. Нет? Кладовки нет? Так, это, по-моему, выход. Да, нужен ключ от выхода. Так, это буфет. Комната отдыха, там лестница. Коридор Б. Б1. Б2. Б3. Где сраная кладовка? Ку-ку, я тебя вижу. Я тебя вижу. Не прячься. Да боже. Ну, в старой версии кладовка была где-то на первом этаже. Сейчас пробежимся сюда. Так, компьютерный зал, коридор Д. О, неужели нашел кладовую? Спасибо большое. Что? Нужно, видимо, в правильном порядке все сделать, да? О! Ай, больно!
Я свет врубил. А, у нее все состояние поменялось, она стала бешеной. Она стала бешеной, Яндере. Так, тут ничего нет? Нет, не Яндере, а ну, короче, вы поняли. Маньячкой она стала. Так, жалко, что баррикадироваться нельзя. Так, а чё? Это мне дает здоровье или не дает здоровье? Чё она здесь? Зачем ты стекла бьешь? Вау-вау-вау-вау, зачем ты бьешь стекла? А я прижал. Ах, ты больно! А раньше он так... Вон, она за мной, видите? Смотри, 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 смотри. Специально... Ах ты, зараза! Хитрожопая. Блин, она... Посложнее в этой версии стала. Так. Хреново то, что я не могу отсюда ключи разглядеть. Никакие. Для чего это лимонный чай? Здрасте. О, спасибо. Я читал, что она еще может мне отраву дать. Так что тут ничему нельзя удивляться, да? Так, блядь. Воу-воу-воу! Я же оторвался. Нажал же. Куе-куе-куе. Блин, а нафига тогда этот куе, если он не работает? Ну, хотя бы освещение теперь есть. Давай, вставай, жопу свою поднимай. Опять ключи эти срано искать. Так. Ага, вот они. Были на парте. Ну, а другое дело. Со светом как... Привет. Она меня отхиливает. Может быть, тогда меня трогать не будешь, хорошо? Так, Б2 здесь был или нет? Так, тут все вроде открыто. Да, она меня запирала уже. Так, вот, кстати, вот надо эти доски проверять. Что-то совсем забыл. Мне нужен же пароль отгадать. Так, а в Б1 я там не посмотрел. Да ты запарила, зачем ты... Не выключай свет. Да... Ты издеваешься? Сумасшедшие подписчицы. Так, ладно, вроде как... тут нет ничего. Вроде бы здесь ничего нет. Ну, в смысле, нету числа никакого. Так. Чё со мной не так? Посмотрите, у меня... Я как будто вырубаюсь. Почему он вырубается-то? Я еще и пойман. То есть, мне нельзя долго бегать? Почему я вырубаюсь? Так, давай, развязывайся. А, смотрите, она вырубилась. Так, тихонечко, тихонечко. Запер нагло ее. Ладно, пора просто убегать. Так, понимаешь, что меня так просто не оставят, да? Так, я здесь был на кухне, я здесь вырубился. Здесь можно что-то посмотреть? Могут ли здесь быть ключи? В чем вопрос? Что это, краб? Я нашел краба! Ах ты, зараза! Ты сумасшедшая девка! Тебе кто-нибудь говорил, что ты сумасшедшая? Компьютерный класс. Ну, тут вроде как ничего не было. В кладовой я уже был. Здесь у нас лестница. Коридор D. Вот здесь я еще не был. Не шмонал я здесь кабинеты. D1. Заперто. Охайо. Не подходите ко мне. Она стучит? Она стучит? Она раньше никогда не стучала. Так. Так, пароля нет. Так что мне уже свет здесь не особо нужен, так что не переживай. Надо еще парты проверять, потому что ключи могут быть на партах. Вот для чего этот Quick Time Events? То есть я нажимаю QE, толку нет. Для чего это все? И опять она меня заперла? О, как же она меня раздражает. Где она оставила мои ключи? Вон, на парте. Так, D2.
Так, D3. Занято. Под лестницей. О! Маска Джейсона? Я нашел маску Джейсона, представляете? Так. C3. Занято, C2. Открыто. Так, тут есть что-нибудь типа пароль? Пароль. Нет, нифига. Она меня бесит. Она, блин, вырубает свет. Зачем ты это делаешь? Я в темноте не вижу. В темноте ничего не подсвечено. Понимаете, в чем прикол? В темноте не подсвечено ничего. Так, ключей не наблюдаю. Скорее всего, их здесь нет. Так, ты будешь у меня сидеть... Она на мне сидит. Опять на мне? Чё, сэмпай? Так, ты не хочешь помыть парту? Спасибо большое тебе за здоровье. Она обо мне беспокоится. Она хоть и режет, но все равно переживает за меня. Она воздыхает от любви, посмотрите. Любовь правит миром. Любовь правит Сайкитян. Ну, в меня грех, конечно, не влюбиться. Так. Ох. Предмет воздыхания, Нептунчик. Блин, а где ключи-то? Ключей тупо нет, я не вижу. Ладно. Так. Инфермерий какой-то. Запертая. Я опять спать хочу. Митинг-рум. Так, походило, я сейчас вырублюсь нафиг. Ну, слушайте, карта поменялась, я ее как будто впервые вижу, да и ключей не могу найти нифига. Мне сегодня... Ай! Не везет! Спать! Я опять пойман, да? Ух ты! Почему ты не подождал меня? Я очень разочарована, сэмпай! Она мне что, бошку отрезала? Твою мать! А как? От чего это зависит? Подождите. Плохая концовка. От чего это зависит? То есть, рандомно в любой момент наш герой засыпает? И в какой-то момент он просто... Она его убивает, да? Я думал, что зависит хотя бы от жизни. То есть у меня жизни ноль становится, тогда меня убивает она. А это вообще несправедливо. То есть получается, что я просто бегаю. И чем дольше я играю, тем больше он хочет спать. И в какой-то момент она просто его убьет. Это несправедливо, блин. Но игрушка, конечно, офигительная. То есть нужно потренироваться немножко в этой новой версии. Она научилась делать очень многое. В отличие от версии 1.9, она научилась меня утаскивать, прятаться за мной, сидеть на шее. Научилась делать всякие пакости. В общем, друзья, я буду еще снимать эту игрушку. Спасибо большое за внимание. Это был такой пробный полет. Если вам понравилось и вы хотите продолжение, чтобы я полностью ее прошел, ставьте лайк, конечно, и рассказывайте друзьям об этом замечательном канале Нептуна. Вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, друзья. Не забывайте, чтобы не пропустить новые видео. А также подписывайтесь на мои социальные сети. Все ссылочки есть в описании. Там и GameJolt, и Одноклассники, там и Инстаграм мой, и Фейсбук, и Твиттер. Все-все-все там есть. Всем пока-пока!